связана с этим городом. Открывала главный военно-морской парад корабельная ударная группа из состава краснознаменной ордена Нахимовой первой степени, бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Самым первым шел наш старый знакомый – гвардейский ракетный катер «Чувашия». Возглавляет парадный строй гвардейский ракетный катер «Чувашия» проекта «Молния» из состава 1-го гвардейского дивизиона ракетных катеров. Командир корабля – капитан 3-го ранга Артем Старков. Это высокоскоростной и маневренный корабль. На нем размещен ударный ракетный комплекс «Москит», который поражает надводные цели на дистанции до 150 километров. Аналогов в мире таким сверхзвуковым ракетам со сверхнизкой высотой полета нет. А свое название «Чувашия» катер получил в 2015 году по указу Верховного главнокомандующего России. В составе гвардейского дивизиона ракетных катеров уже несут службу корабли с именами «Заречный» и «Кузнецкий», «Пензенской области», «Маршанск» Тамбовской области и «Димитровград» Ульяновской области, над которыми шефствуют одноименные города нашей Родины. Сегодня в эту дружную семью вливается корабль с гордым именем «Чувашия». Эта традиция помогает крепить связи армии и флота с регионами России. Специально на торжественную церемонию присвоения имени ракетному катеру в Балтийск отправилась делегация «Чувашия». Кроме того, на судне проходили срочную службу и 8 парней из нашей республики. А вот сторожевик Чебоксары в тот момент уже дослуживал последний год. Понадобилось еще 3, чтобы доставить его в столицу Чувашии. К месту последней стоянки катер прибыл 2 недели назад. От Балтийска до Чебоксар ветеран пограничной службы прошел 2500 километров, чтобы бросить якорь в Чебоксарском порту и превратиться в музей.